Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0, в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Резкие изменения курса рубля предлагают приравнять к стихийным бедствиям. Мера поможет защитить россиян, которые берут ипотечные кредиты в иностранной валюте. Соответствующий законопроект внесли в Государственную Думу депутаты от «Справедливой России». Документ предлагает относить резкое падение рубля и другие проявления финансово-экономического кризиса к обстоятельствам непреодолимой силы. В настоящее время Гражданский кодекс не определяет перечень таких обстоятельств, а указывает лишь их характеристики – чрезвычайность и непредотвратимость. Правоприменительная практика относит к таким обстоятельствам стихийные бедствия, пожары, эпидемии, забастовки, военные действия, теракты и диверсии. По мнению авторов документа, изменения валютного курса также могут отвечать указанным характеристикам. Это обстоятельства, на которые заемщик не может ни повлиять, ни предотвратить. Напомню, в 2014 году из-за девальвации рубля выплаты валютных ипотечников выросли в 2-3 раза. Пострадавшие провели несколько массовых акций протеста. Дайджест недвижимости. В Кирове подорожали студии и подешевели четырехкомнатные квартиры. Изменения на рынке вторичного жилья фиксирует аналитический портал Re-Kirov.ru. В ноябре студии прибавили в цене 2,5%. Квадратный метр в этом сегменте стоит в среднем по городу 42 тысячи рублей. Четырехкомнатные квартиры потеряли почти 6% стоимости. Квадрат подешевел с 45,5 до 42 тысяч 200 рублей. Также незначительно потеряли в цене однушки – а подорожали двух- и трехкомнатные квартиры. Рост был небольшим – в пределах 1,5% или 600 рублей за квадрат. В среднем по итогам ноября квадратный метр в Кирове оценивается в 43 550 рублей. Это на 0,5% больше показателей за октябрь этого года. Дайджест недвижимости. Часть микрорайонов Кирова останутся сегодня без электричества. Отключения начнутся с самого утра и продлятся до 8 вечера, составив от 2 до 12 часов. Они будут плановыми из-за ремонтных работ горэлектросети на 13 подстанциях. Света не будет на Филейке, в центре и южной части города, в частности, в Нововятском районе. В списке домов – здания по улицам Подгорной, Ленинградской, Маклина, Блюхера, Милицейской, Карла Липни, Кирова и часть улиц в поселке Новом. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.